Приветствую вас, дорогие друзья. Здесь у меня ассорти, то есть сыроежки и грусти. Я их помыла, сварила. Видите, здесь добавила укроп. Вот там еще у меня листья смородины. И в баночку я положила дольку чеснока. Вот они, дольки чеснока. И сейчас я буду укладывать. Вот, дорогие друзья, баночка сыроежки и грузди готова. То есть грибное ассорти посоленное. Я безумно люблю сыроежки. Ну вот жалко, что уже их очень мало. Нам пришлось собрать в лесу, поэтому получилась только одна баночка. Но зато будет на зиму самый вкусный продукт. Это сыроежки. Вот и все, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего. Будьте здоровы.